Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот такую вот сумочку, снова бюджетный вариант, один моток ниток, всего 300 грамм, я ее взвесила только что, ушло у меня 300 грамм ниточек, поэтому там может в видео я где-то говорю, что я не знаю еще сколько, но уже взвесила, ровно 300 грамм, так что один моток, ширина 22 сантиметра, высота 16-17 где-то сантиметров, вот такой вот ридикюльчик. Мы сегодня вяжем. Так, а кому интересно, оставайтесь со мной и вяжите. То есть опять вариант за один вечер сумочки, новая сумочка. Не обязательно, девчонки, у меня трех цветов, но если делать одноцветную, вам достаточно одного мотка, поэтому я говорю, что бюджетный вариант. У кого есть какие-то остатки, используйте остатки. Можно сделать вообще вот такие вот, прям со всех остатков такую полосатенькую, и отлично будет смотреться, то есть использовать все остатки. Вот, так что вяжем. Вот выбрала я, вернее, взяла из того, что у меня есть три таких вот цвета. Понятное дело, что использовать я буду совсем по чуть-чуть. Потом в конце я взвешу сумочку и скажу вам конечный результат. Сколько у меня ушло от каждого цвета. Вот, начинаю вязать вот этими нитками. И крючок номер 7. И начинаем с того, что вяжем цепочку из 30 петель. Вот она, цепочка из 30 петель. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать вот с этой петли столбиком без накида. Я надеюсь, я сказала правильно, потому что мне там пишут в комментариях про мое ударение. И вот так вот вяжем столбиком без накида. Вверх 6 рядов. Ничего не добавляем, ничего не убавляем. Вяжем 6 рядов первым цветом. Вот, смотрите, девчонки, провязала 6 рядов вот этой первым цветом, нитью первого цвета. И начала вязать вторым цветом. Точно так же 6 рядов в высоту. Вот так, чтобы вы понимали, это все дело прямоугольной формы, без добавлений, без убавлений. Все ровненько. Еще вяжем 6 рядов этой нитью, а потом 6 рядов вот этой вот нитью. То есть 3 равные, 3 одинаковые полосы будут у меня. Ну вот, смотрите, связала я все 3 полосы. Сейчас я вам измерю в готовом виде, сколько у меня получается это все дело. 22 сантиметра, это ширина 22, и здесь вот 40 сантиметров. Так, теперь разделила, вот я сделала разделение маркером, сейчас я вам объясню. Всего у нас в работе 30 столбиков, здесь у меня 10, 1, то есть это 11, опять 10, и осталось здесь 9. Вот так, вот таким вот образом я разделила это все дело, и теперь вяжем. Делаем 2 воздушные петли подъема. Вот он у нас, этот столбик. И теперь вяжем с накидом. Но продеваем вот так вот, как бы под этот столбик поддеваем. 8 столбиков. Вот смотрите. Вот они. Видите, вот так вот это выглядит. Теперь точно так же, вот смотрите, не довязали мы до маркера 2. Да. И теперь мы делаем таким вот образом. Полустолбик с накидом мы будем сокращать. Не довязав до маркера 2. 2 петли, 2 полустолбик с накидом, 3, 4. Вот видите, у нас осталась вот эта петля, и здесь у нас 4 петли. И мы их теперь провязываем вместе. Это нужно нам для того, чтобы сумка как бы повернулась вот здесь вот. И далее вяжем 8 снова, 8 с накидом столбиков.
до следующего маркера. Вот так вот это выглядит. Наша сумочка принимает форму. Вот, снимаем маркер. Теперь вот эту ниточку отрезаем побольше. Продеваем в иглу. Вот это вот все дело мы сошьем. До конца. Вот сюда вот. Вот так вот сшиваем просто. Вот так вот выглядит сшитая половиночка. Как бы боковушка. Вот. И с этой стороны тоже нитью в тон я сделала то же самое. То есть точно так же провязала. И точно так же разметила, провязала. И сшила. Ширина, ну, 22 сантиметра. А вот высота... Ширина у нас не изменилась. Высота где-то 16 сантиметров. И теперь нарезала я вот такие вот полосочки. Поскольку, сейчас скажу. 27 сантиметров. Но это не... Это зависит от того, какую бахрому вы хотите. И вот так вот продеваю через петелечку, вытаскиваю. Обычная кисточка. И затягиваем. И так вот все мы их сюда, подбирая по цвету, приделаем. И по цвету вот так вот подбираем. Так вот, я приделала всю бахрому. Далее ручка. От каждого цвета я отрезала шнурочек по 2 метра. Где-то на расстоянии 18 сантиметров от краешка. Вот 3 ниточки я связала в узелочек. Теперь буду заплетать косичку. До конца, не до конца, вернее, когда у меня останется такое же количество, я завяжу тоже узелок.